Сегодня мы проведем практику активации, гармонизации, настройки шестого энергоцентра Аджны. Эту чакру еще называют третьим глазом, но я называю ее орган многомерного восприятия реальности. И сейчас идет добавление влияния на реальность. Многомерного влияния на окружающую действительность. Садимся максимально удобно. Занимаем самое удобное положение в пространстве. Наблюдаем снизу вверх расслабление своего физического тела. Дыханием ровным, спокойным и ритмичным. Приводим в состояние равновесия, баланса свои тонкие тела. Наблюдаем за своим дыханием. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Продышим все клеточки своего тела, направив дыхание сквозь поры кожи. Вдох и выдох. А теперь подышим чакральным столбом. Вдох. И наблюдаем, как воздух проникает и проходит энергия аж по чакральному столбу вниз до корневой чакры. Будто продышиваем, продуваем свой основной энергетический канал. А на выдохе импульсом вверх, как дышат киты и дельфины, выпускаем фонтан энергии сквозь макушку. Вдох и выдох импульсом вверх. И еще вдох и выдох. Центрируемся. Все внимание направляем в глубину сердечного пространства. Осознаем себя в глубине себя. Активируем свое присутствие, свое энергетическое присутствие в сердечном пространстве. Буквально делаем шаг из состояния осознания себя я тела в состояние осознания себя я энергию. Я духовная энергия. Позволяем себе выходить за пределы любых форм, любых определенностей, любых фиксированных состояний.
неуловимая, неограниченная, неопределенная. Все в себе вмещающее и сочетающее наиболее гармоничным способом духовная энергия моего присутствия, моей жизни, моего бытия. Она не просто моя, она и есть я. Я есть энергия. Мы пронаблюдаем потенциал этой энергии, ее мощь. Ее плодородное, творческое наполнение. Ее красоту. И ее любовь. Ощутим себя любовью, проявленной в этом мире. И пронаблюдаем сияние этой энергии, которая испускает наш сердечный центр вовне, в этот мир. Я посчитаю от 1 до 3. И проявив намерение вспыхнуть этой энергией, озарить вспышкой своего присутствия все миры, мы сделаем это, позволим себе распространить свое сияние до бесконечности. 1, 2, и вспышка. 3. Снова центрируемся. Собираемся в единую точку. Аккумулируем потенциал для вспышки. На счет 1. На счет 2 намечаем вектор разлета наших квантовых частиц, наших фотонов по всей сфере. 2. И позволяем себе разлететься на мириады фотонов. 3. Пронаблюдаем, на какие громадные расстояния способно перемещаться мгновенно сознание. Из этого состояния призовем по имени, назвав свое имя, призовем свое высшее Я к слиянию, к взаимодействию. И поскольку все это происходит внутри
вашего присутствия. Открываемся для этого слияния, позволяем себе прорасти в своем высшем. А ей прорасти в вас. К ему прорасти в вас. Гармонизируем себя со своей духовной ипостасью. Внутренний наставник, внутренний учитель, внутренний хранитель. Сейчас идет активация духовной составляющей вашего присутствия. Пронаблюдайте этот процесс телесно, либо в образах, либо в состоянии. Любые дискомфорты растворяйте, расширяйтесь и продышивайте. Становитесь больше, становитесь прозрачнее, становитесь невесомее. И тогда все получится. Сейчас, слившись с Высшим Я, обращаем свой взор на свой чакральный столб. И в том темпе, который для вас наиболее предпочтителен, одарите своим вниманием свои чакры снизу вверх. Наблюдение. Напитайте каждую чакру своей любовью, своим вниманием и энергией благодарности. Поработав с первой, переходите ко второй и так далее. До чакры Вишудха, до горловой чакры. Завершаем просмотр нижней чакры, сердечной чакры и Вишудхи. Обращаем свое внимание на шестой энергоцентр. Ворота
Царства Духа. Наблюдаю состояние этой чакры, ее светимость, ее объем. Выражаю намерение привести эту чакру в соответствие с теми духовными задачами и осознаниями, которые мы для себя ставим и которыми обладаем на данный момент. Выражаем свое намерение иметь доступ к информации и быть открытым этой информации и воспринимать любую тонкоплановую информацию без страха и отвращения. Без восторгов и заблуждений. Настраиваем и калибруем орган многомерного восприятия реальности. Настраиваем себя на восприятие информации любой. Важно, чтобы она была истинной. Подтверждаем своим намерением и своим волевым усилием различать информацию, поступающую извне, и информацию, поступающую изнутри. Из духовных сфер, портал, в который мы носим внутри себя. Выражаем намерение дисциплинировать свой разум, свой интеллект, свои аналитические и логические способности в то время, когда мы запрашиваем информацию и воспринимаем информацию третьим глазом. Любой анализ, любое сомнение только после практики погружения. Обращаем внимание на свои ментальные поля. И выражаем намерение произвести очищение и гармонизацию ментальных полей, приведение их в соответствие с той задачей, которую каждый из нас высказал в своем намерении обладать способностью
ясно видеть, ясно слышать, ясно знать. Сейчас информация идет, что мы активируем врата мудрости и духовного совершенства. Доступ к информации о духовном совершенстве. Во время этой практики могут быть необычные ощущения в области головы или вокруг головы. Прочувствуйте эти энергии, позвольте себе расшириться, расслабиться. Высокочастотные энергии пойдут там, где прежде, возможно, не проходили. И физика может на это реагировать. Сохраняем спокойствие и продышиваем эти состояния. Это не критично и ненадолго. Сейчас я предлагаю перевести внимание, луч своего внимания и посмотреть сверху вниз, будто вы смотрите в колодец. Посмотрите на свой чакральный столб с уровня 6-го энергоцентра и вниз. Запустите восходящие и нисходящие потоки и гармонизируйте работу всех энергоцентров. Делаем проточными все энергетические каналы. Сверху вниз и снизу вверх. Гармонизируем все свои непроявленные тела и проекции. Все свои аспекты и ипостаси. И из центра своего присутствия, снова из сердечного центра, прочищаем все энергоканалы, которые связывают нас со всеми нашими аспектами. Прочищаем, активируем их, исцеляем их, принимаем себя во всей многогранности и полноте. И просветляем себя своей же любовью к себе и к миру. Активируем свои творческие способности и направляем свое намерение блага, добра, гармонии, красоты, любви в окружающее пространство.
сотворяем окружающую нас реальность. Это тоже функция шестого энергоцентра. Проявление творческих способностей воплощенного человека. Гармонизируем свое состояние. Осознаем себя гармонизированным и энергетически наполненным. Продышиваем новое состояние, новые спектры энергии. Адаптируем свое физическое тело к этим новым потокам состояния. Концентрируем луч внимания на сердечном центре и через него будем выходить в проявленную реальность. Отстраняем сейчас свое внимание от запущенных процессов. Они будут протекать в необходимом темпе, в том режиме, который максимально благоприятен для каждого из вас. За этим проследит ваше Высшее Я. Вы отстраняете внимание сейчас от всех и от всего. И возвращаетесь всем сознанием в физическое тело и выходите на мой голос, в ту мерность, из которой я с вами разговариваю. На 1, 2, 3. И открываем глаза.